Итак, всем привет, это Спанч Боб, и мы продолжаем обозревать модный Майнкрафт, кажется. Это 9-я часть, и я себе хочу вам сказать, скачал текстурпак. Как говорится, на майнес, но я не вижу, что он похож на майнес. Нет, конечно, есть такое на майнес похоже, но вот. Короче, палка себе выглядит как какой-то шприц. Да, что вообще странно немного. Ну, если вы говорите, что есть что-то новое, типа сумпак, я вам покажу одну вещь. Вот эта дверь. Вот, видите, она изменилась. Во виде, взгляде, точнее, так что это новый текстурпак. Видите, тоже все изменилось. Ну, ладно, мы пойдем к моду, которую я сейчас хочу показать ей. И сейчас запись. Нет, на минуточку. Так, крафт этого сундука вы видите на своих экранах. Вот же он. Но, скажем сразу, тут сундуков этому добывает очень много. Ну, сейчас вам покажу, где моя. Вот она. Картинка, смотрите, короче, вниз, кажется, уже пропустил, пожалуйста, немного вверх, выше, тихо, вот, короче, вот они, и все они как правда практически одинаково, вот, видите, как, и они ничем не отличаются друг другу, вообще ничем, только выгодом, от, вообще, Майнкрафта, чего-то. Короче, и когда мы скрафтим вот такой вот сундук, мы его вложим. И что в нем? В нем есть только место. Не, ну, пока что это мало. Но если вы скрафтите еще один сундук, положите его рядом, то готовы? Как-то много всего, реально, ребят. Но тут еще есть, как бы, как вам так сказать, ну, тут есть... Тут еще есть и плюс для мультиплеера. Я сейчас вам покажу то, что мы можем скрафтить сундук, ой, этот ключ, этот, как он называется, замок и что, не знаю, что такое. А, это, кажется, скважина замочная. Ну-ка, проверяем. И нет, не знаю. Ну, теперь мы покажем, как это скрафтить. Я бы хотел... Да, крафт ключа, видите, на своих краях. Вы его сейчас видите, думаю, вы его не забыли. Открою его вам сейчас, но... И вот такой у нас будет ключик. А как же нам скрафтить эту штуку? И что будет скрафтить, если я не забыл, сейчас проверим. Нам нужно вот так, кажется, вложить. Кажется, вот так. И кажется, внизу... Нет. Железо. Нет. Короче, сейчас я быстренько... Короче, чтобы скрафтить, нам нужно вот так будет делать комбинацию. И мы будем блок, точнее, эту штуку. И что можем все сделать? Мы можем... Можем поставить... Это... как бы замок и потом его открыть с помощью нашего. Ой, подождите. Кажется, я ничего не умею. Подождите, я, кажется, вам покажу еще один странный крафт, который тут. Может, сейчас у нас откроется все? Подождите. Не знаю, что такое. Может, это сейчас возьмем, как бы. А вот, открывается, блин, не понимаю. Окей. Блин, что такое вообще? Кирилл. Я немного не понял, что такое. Ой, чудо сделал. Подожди, я не понял, что такое. Я не могу... Смотрите, я не разобрался в этом моде, что это такое вообще? Это мод. Секунду. Может, Я немного не понимаю, как это надо открыть. Видите, я открыл... Блин, я не знаю, что это такое. Что мне это надо? По-моему, может понять, как это открыть, но... Я не знаю, короче, как его открыть. Ладно, я выключу запись и проверю. Так, сразу скажу, кейринг это повязка для ключей, точнее. А очень доказалось такое. Так что выключу запись. Так, что все работало. Я вам показываю все, теперь я все понял. Мы делаем здесь так. И сюда мы ложим ключ. Мы получаем вот это, замок. И получаем ключ. Если мы поставим замок. Точнее, вот тут замок. А вот так мы скрафтим ключ, то он откроется. Но если мы сделаем еще один чест, только опять же с каким-то другим замком,
Сейчас, смотрите. То я не хочу, у меня откроется этот ключ. То есть это место вот тут, а тут откроется, короче, все ясно. А как если понял, что делает, это еще не конец мод, это еще добавить кое-что. Добавляет мод, как ни странно, добавляет еще рюкзаки. Я еще буду показывать их не крафты. Еще я буду показать им еще штуку, которая добавляет этот мод. И сейчас я забыл крафт, подожди. Так, так, так. И добавим сюда 4 шприца. Ну, точнее, да, 4. И получаем такую штуку. На самом деле, это не шприц, это палка. Только... И нет, как шприц. И получаем такую тоже грейт. И в них очень мало всего. Так же показывает их не вес, кажется. Не знаю, что за штука такая, что она делает, но... Что нужно делать? Нужно показать вес, я не знаю. Стой. Стойте, интересно, я можно поставить этот, там, ключ? Не ключ, а это. Где звук зайдет это? Сюда. Не, нет. Нет, нельзя, ну ладно, пойдем к следующему. А, где следующий? Как нам понравится? Что нам может понравиться? Нам понравится вот это. Простите, если я ошибся. Это... И мы получаем такой локер, я не знаю, что за штука такая. Строим. Так. Это просто шкафчик. Класс. Нет, на нём не такая штука, но уже красивый шкафчик. Он такой так открывается. Мне нравится. Ну ладно, пойдём следующим дальше. Так, в этом же моде добавляется очень много вещей. И как видим, добавляет еще и армор стенд. Вы не видите, что это один мод? Короче, я забыл показать, что тут есть такая страница Better Storage. Тут все вещи за два мода. И всякое вам покажу, какие вещи, ну, кроме этих книжек. Короче, вот, забывайте этот мод. Ладно. Короче, это Armor Stand, как вы поняли. Это, ну, тут можно просто повесить броню. Когда у нас, мы, ну, так, она еще не строит, там, бла-бла-бла, и у нас, например, кожаная броня. И вы вдруг скрафтите железную броню. Вы не хотите уничтожить эту броню и просто ставить ее куда-нибудь. И хотите поставить прямо сюда. А, подождите, кажется. Я понял, как это сделать. Ну-ка. Нет. Как поставить? Странно. А, во. Поставилось. Вот, так, выйдите туда. Можно забрать. Ну, ладно, бежим к следующему крафту. Давай завтра, когда последний крафта. И будет конец мода. Последняя вещь, которую я могу скрафтить, это мод, это бэкспэк. И как и мы будем такой рюкзак. Что мы можем с ним делать? Можем его положить. Посмотреть на него. Но можем его как раз и одеть. Как кажется, что я не так делал. Так, так. Блин, как этого можно одеть, я знаю. Так вот как? Ну как его можно одеть, я знаю это. А, все, у меня есть одет. Подождите. Во, у меня есть одет. Вот, можем его так снять и посмотреть, что у него есть. Можем его обратно как-то одеть. Что-то... Мы здесь что-то не можем. Ну-ка, а что тут же нужно разбить? Ну... Блин, я не знаю, как его одеть. Как его одел, но... Не знаю, да, ну как. Я не знаю, короче. Короче, не знаю. Ладно. А, может надо просто... Нет. Ладно, короче. Ничего не выходит, как выходит. Ладно, все. Я как-то это сделал, сам не знаю как. Так что всем спасибо за просмотр, за просмотр, за лайк, подписывайтесь на канал. И я еще хочу немножко показать, потому что нельзя сказать. Вот это такая штука, вот Ender Backpack, но его нельзя сказать никак. Пойду, простите. Не могу показать. Эх, как это сделать, короче. Он издевается, как и хотите, уже не могу забыть. Ладно, не важно. Так что, смотрите, подписывайтесь на мой канал. С вами был SpongeBob, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, повторюсь вам. Всем пока! Крафт этого Ender Backpack не существует. Точнее, его нету. Поэтому, мат оказалось, это иным. Ну,
кажется. Поэтому вот так вот. Я пока вам покажу мид. Всем пока.